Товарищи, здравствуйте. Здравствуйте. У товарища Сталина очень мало времени, поэтому на съемку вам отводится всего час. Прогулка по аллее с детьми и женой, чтение книги, совместное семейное чаепитие. Все. Это понятно? Понятно. Но мы хотели бы подойти поближе, снять крупный план всей семьи. Это исключено. Ну и... Будете снимать там, где вам укажут. А пока подождите, пожалуйста, вас вызовут. Спасибо. Товарищ Сталин, разрешите начать съемку. Пускай снимают. Начали. Ведешь себя, как малолетняя, позоришь меня. Иосиф, ты что? А что я сделала? Я же с детьми просто играю. Ты мать, а не девчонка сопливая. Тёма, давай быстрее! Тёмка! Я долбаная! Ну что, Вася, любишь папу? Люблю. Молодец. Вася! Ну что, трудно быть красным? Да, вот папа. Мне тоже трудно, но я терплю. Красным всегда трудно. Я тоже. Вот. Ой, Вася. Не следишь за детьми. Ну а что следить за ними? Они уже большие. Прав, Вась? И потом на мне дом. Ну что? Ой, дом. Ты любишь вон разъезжать по санаториям. Лечишься, лечишься. От чего ты лечишься? Что у тебя может болеть? Одни удовольствия на уме. Ладно. Потом поговорим. Дети, идите сюда! Дети! Идите. Так. Иди, Вася, сюда. Улыбайся. И ты улыбайся. У нас семья счастливая. Ужась, Василий, мы с тобой. Ах, Василий, горе-то какое горе. Где он? Там. Ну.
Здравствуй, дорогой. Где он? Там у себя. Подожди. Вась, пускай сначала с ним врачи поработают. А? Вась, Вася. Пошли. Никита, на ножи идем, все. Молчи. Никаких газет. Не надо создавать панику. Пока я не скажу. И не выпускать никого. Слушаюсь. Задержать его надо. Охрана ему подчиняется, только дернись. Значит так, товарищи. Если какая-нибудь собака без моего разрешения позвонит в любую газету. Васенька, езжай домой. Не надо тебе быть здесь. Что с ним? Инсульт? Врачи сказали да. Том, пассатижи. Везде прокатимся. С ветерком. Только я сначала в школу сгоняю. Кончай, Вась. Отец узнает. Крика будет. А слабо со мной на пару заехать? Да ну тебе. Нашел кого на слабо брать. Какой же ты правильный, Томик. Аж тошнит. Ну что, садись. Нет. Эй, толкни. Моя партия.
красный, привет. Моча какая, красный. Твой, да? Или погонять дали? Мой. Директор в школе, не видели его? Нет, директора нет. Только завуч в школе. Открывай двери. Пошли. Назад! Я не могу. Почему? Я Сталин. А Сталин не может назад. Только вперед. Ну что, теперь поедешь со мной кататься? Ты трусиха или как? Не трусливее тебя. Не пойду. Я «Волгу-Волгу» уже 5 раз смотрел. А я 7 раз смотрела. И еще раз пойду. Я актрисой буду, как Орлова. Да ладно, актрисой. Вот увидишь, стану. Я не могу больше, Лазарь Соломонович. Я отказываюсь работать в классе Василия Сталина. Голубушка, выпейте, выпейте. Право, не знаю, что сказать. За какие такие грехи нам такое наказание? Протокол? Угу. Так, педагогического совета. Я напишу письмо товарищу Сталину. С ума сошла? У товарища Сталина других дел нет, как твои письма читать. Людмила Михайловна, да. Что там у нас? А что делать? Владимир Соломонович, подпишите, пожалуйста. Вы думаете, он только мне так хамит? Он всем учителям хамит. Да вы хоть знаете, что он сегодня въехал на мотоцикле в вестибюль школы, а потом поднялся на нем на второй этаж, всю школу переполошил. Нет. Мне не докладывали. Ну, значит, побоялись. У вас ведь есть телефоны всех родителей. И приемный Сталина есть. Татьяна Андреевна, ну есть, есть. Как я позвоню? Что скажу? В конце концов, мы тоже члены партии. И имеем право обратиться к товарищу Сталину лично. Нашли себе товарища. Вы что все, с ума посходили? Дайте мне телефон, я сама ему позвоню. Что еще у тебя, товарищ Поскребышев? Из школы звонили. Где Василий учится? Что? Опять хулиганит? Да, все время. Учителя плачут. Просят о встрече, Иосиф Виссарионович. Зачем просят? Это я должен просить увидеться с ними. Я родитель. Я такого балбеса вырастил. Позвони в школу. Скажи, завтра я приеду. Слушаюсь, Иосиф Виссарионович.
биржа! Товарищ Сталин, разрешите доложить? Не надо ничего этого. Не надо. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ Сталин. Скажите, а кто занимается с моим Василием? Я, товарищ Сталин. Татьяна Андреевна Сотникова. Здравствуйте, Татьяна Андреевна. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ Сталин! Не надо делать торжественные встречи. Не надо. Зачем? Пойдемте. Прошу вас, товарищ Сталин. Прошу вас. Разве праздник сегодня какой-нибудь? Меня директор школы вызвал. Сейчас ругать будет. Плохо сына воспитываю. А вы займитесь своими делами, товарищи. Прошу вас. Не теряйте понапрасну время. Да. Лазарь Соломонович, куда нам идти? А? Прошу вас в кабинет, товарищ Сталин. Прошу вас вот сюда. На второй этаж. Ага. Здорово, Красный. Здорово. Васе Красному физкульт, привет! Ну, привет. Привет. Чё такой напуганный? На базаре семки тырил? Да отвалите вы. Да ну его, пошли, ребят. Вот это машина. Вот это техника. Эй, а ну отошли. Я вам должен сказать большое спасибо, Татьяна Андреевна. И вам спасибо, Лазарь Соломонович. Вы правы. Мало уделяю времени сыну. Мало. Работы много. А вот за то, что позвонили мне, спасибо. Это что? Отец из-за нас приехал? Из-за нас. Они на меня бочку катят. Ты у них на хорошем счету. Отличник. Ты это, Васька, держись. До свидания, товарищ Сталин. Спасибо, товарищ Сталин. До свидания, товарищ Сталин. Скажи. Как тебя зовут, а? Как это? Ты чего, пап? Василием зовут. Сталин. Сталин, это я. А ты рыжий, паршивый щенок. Всем в школу. Занятия продолжаются. Ну-ка, быстро, иди. Иди. Ты как, Вась? Еще раз его Сталина назвать, я тебе зубы дам. Волков его фамилия здесь. Волков. Черт, забывай все время. Ну. Вот я тебе в зубы и дам, чтобы не забывал. Ну ладно, ладно. Хорошо, Волков, идешь! Ну тихо, 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 тихо. Хороша, кобылка, хороша. Ты на ней кубок Москвы возьмешь. А чего? Через полгода глядишь, и мастером спорта стану.
самолет на коньков горбунков похож, да? Смотри, как крутит, а? Эх, красиво. Две мертвые петли подряд. Вот это да. Хороши. Да. Ах ты, зараза, а! Ты, а ну ты что? Стой, я тебе говорю! Стой! Ты что делаешь, брат? Стой! Прекрати! Совсем ошалел! Василий, уйди! Причок отошел, быстро, Василий! Все, успокойся, Вася! На кого попер? Все, успокойся! Да я тебя сгною в карцере, ты пожалеешь, что родился на свет! Да все нормально! Ноги твои рядом с ним не было! Хорошо! А ну, скинь отсюда! Бегом! Все нормально, а? Ты гляди, Витек, найдешь на свою голову приключений. Все-таки сын Сталина. Да кто тебе сказал? Я у него спрашивал. Волков его фамилия. Да Волков. Мне сам начальник клуба говорил. Да какой он Сталин? Я знаю, что у товарища Сталина приемный сын есть. Артемом зовут. Так вот этот Васька тут приблудный, я тебе говорю. Ну какой он Сталин? Рыжий, конопатый. Он на грузина совсем не похож. А что, грузины рыжие не бывают? Ну много ты грузинов рыжих видел, а? Грузин. Да я же с ним разговаривал. Он говорит без акцента, акает, как коренной москвич, понимаешь? А ты говоришь, грузин. Не, ну вообще он, парень, ничего, нормальный. Ты ему тоже вот так в ухо заехал. Да? Парфёныч, а? Скажи этому конюху, если еще раз лошадей бить будет, я его точно посажу. Вы Ваську нажалуете, он его загонит, куда Макар стрелять не гонял. Да сделаем, сделаем. Время, Василий Иосифович, нам пора. Ладно, поехали. На заседании ЦК товарищ Ленин заявил, что выступать надо немедленно. Сегодня рано, а завтра будет поздно, сказал Владимир Ильич. И это заявление было гениальным. Ленин видел ситуацию до конца. А вы почему не записываете? Трачу время, рассказываю историю революции, а эти два бармота сидят как истуканы, войшники. Позор! Ты хоть знаешь, кем ты хочешь стать, Василий? Я летчиком хочу стать, отец. В летное буду поступать. А ты, Артем? Я артиллеристом хочу стать. А почему артиллеристом? Мне большие пушки нравятся. Пушки. Чтобы стать хорошим летчиком или артиллеристом, нужно знать, какое государство вы будете защищать. Нужно знать хорошо свою историю, какую власть вы будете защищать. Ну, ясное дело, пап. Конечно, советскую. Ну, хорош, хорош, все-все, хватит. Дармовщины больше не будет. На. Опаньки, какие у тебя часы-то? Закачаешься? А, да это Лонжин. Комбриг один подогнал. На, смотри. Ничего себе. По всей школе ни у кого таких нет. Ну-ка, дай. Ну-ка. Смотри. Написано что-то. По-английски. Water resistant. Это чего? Водозащитные. Да в них купаться можно. Сколько ж они стоят-то?
А я что, знаю, что ли? Серег, я же тебе говорю, подарили. Ну, значит, стоит каких-нибудь денег. А у начальника школы часы какие? Да у него наши. Звезда, наверное. У начальника будильник паршивенький по сравнению с этими. Да, котлы что надо. Моща. Ладно, давай, опа, все, хватит. По лундру, мужики, Волчук идет. Здравия желаю. Вольно? Косаренко. Волчук. Товарищи курсанты, я не понял, мы что забыли, где мы курим? Напря! Во! На курилку! Шагом! Арш! Отлично! Держи, держи его! Назад отыграй! Вот так! Давай, давай, пас мне! Вась, Вась, пас мне! Спокойно, иди вперед! Вась! На меня, на меня! А Сталин, правда, хорошо играет. Обожает футбол. Ну, это я с первого дня, как он нам на голову свалился, сразу понял, что обожает. Жалко, раньше не видел. Держать, держать! С собой! Оп. Давай, 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 Вася! Вася, давай, давай! Игорь Сталин! Настоящий талант, Василий Иванович. А команду какую сколотил, а? Смело можем на первенство округа посылать. В учебе только не в зуб ногой. Хоть кол ему на голове тиши. Но зато футболист какой. Ну мы же не футболистов, мы военных летчиков выпускаем. Так, нет? Вася, держи! Мой! Да. Ну да, теорию он не любит. Налетает он хорошо, Василий Иванович, а? Ну ведь правда, по пилотажу у него одни пятерки. Ну да, по пилотажу пятерки. Отдай! Закрой! Эскадрилья! Подъем! На утреннюю зарядку! Колонну подвое! Ставись! Бегом! Марш! Веселее! Дыхаем в две ноздри с оптимизмом! Держим темп, сталинские соколы! Разрешите доложить? Старшина Волчук, желаю. Провожу утреннюю зарядку. Здравия желаю, старшина. Здравствуйте. Разрешите продолжать? Продолжайте. Товарищи курсанты! Грудь вперед, живот втянуть! Веселей, ребята! Веселей! Подтянись! Анискин! Я! Борзак! Я! Бобков! Я! Вишняков! Я! Толдушев! Я! Тарашенко! Я! Серег! Еремин! Я! Ты часы мои не видел? Я! Жигунов! Я! Калугин! Где? Я! На руке у тебя вчера видел. Лукьянов! Да на руке-то это понятно, а сегодня их нет. Луньков! Я! Куда же я их мог засунуть? Мухарин! Я! Иван Кулов! Я! Может, Орехин. Я их потерял, когда я. Кросс бежал? Пашкевич! Я! Прошкин! Я! Романцев! Слушай, я. Ты у пацанов поспрашивай, я. Может, кто-нибудь видел? Я! Таиров! Конечно, я. Поспрашивай. Федоров! Я! Ты не переживай. Товарищ капитан, первая учебная эскадрилья, проверка проведена. Больных и отсутствующих нет. Старшина эскадрильи Волчук. Вольно. О, Толь. Ты чего тут забыл? Да ничего. Я
Чё тебе надо-то? Ничего мне от тебя не надо. Покажи, что там у тебя, Толян. Ничего. Дай пройти. Погоди, погоди, Толь. Пусти! Ты чё такой-то? Дай посмотреть. Чё ты дёргаешь? Чего дёргать-то, а? Смотри, Серёга. Пусти! Чё ты? Руки! Чё? Да это же... Это... мои. Нашел. Ах ты, крыса. Я нашел. В общем, вот. Держи. Это он украл. Я его сразу расколол. Всех нас опозорил. Завтра же напишешь рапорт об увольнении, бегом из школы, а не то забьем до смерти. Понял меня? Серега! Ребят, встаньте на шухере, там и там. Если что, свистните. Давайте. Ну, ну и что с этим гадом будем делать? Я с ним в одной школе учиться не буду. Судить его надо ночью. И все. Да погоди ты судить. Надо его командирам отдать, пускай они сами. Так, смотри, мы сами разберемся. Из комсомола его гнать стриша и Иуду. И из школы тоже гнать. Из школы? Это вон командира пусть решает. Вась! Вась, погоди, мы ему такую же туху устроим, он сам сбежит. Ну что ты голову-то опустил, корешок? Посмотри в глаза всем. Гущин. Нет. Тебя мама как в детстве называла? Ты хоть понимаешь, что ты сделал? Поднимаю. Зачем взял? Рожкин, Иван Кулак. Думал, не найдем. Дрова возьмите, на кухню отнесите. Не знаю. Бегом! Наваждение какое-то. Они на тумбочке лежали. Я думал, да у нас в деревне никогда ни у кого таких не было, даже у председателя. Я просто поносить хотела. Потом спужался. Сам не соображал, что делаю. Дарю. Бери, бери. От чистого сердца. Честное комсомольское. Вася, я не могу. Друзья, я подарил Толе часы. Мы все ему эти часы дарим. От всего коллектива, будущих командиров и летчиков. Пусть он носит и помнит. Кто за, поднимите руки. Ну все, Толян, носи и помни, а то, что было, забыли, ничего не было. Прости. Пойдемте, пацаны. Thank you.
И кем же мы трудимся на трудовом фронте, дорогая Дуняша? Мы трудимся на молокозаводе. То есть обеспечиваем детишкам молочишко, да? А? Ну отчего же только детишкам? Вы его, небось, побольше всех детишек лакаете? Ну какой же сталинский сокол не любит молочишко? Ты чего это? Сразу в губы лезет, нахал. Ну почему сразу, Дуняш? Я, между прочим, второй раз тебя на танец приглашаю. Мое сердце тает и умирает. Ну только попробуй еще раз. Я тебе во! Видал? Неужели рука поднимется ударить сталинского сокола? Еще как поднимется. А что вы думаете, приехали тут столичные отличные, и мы все под вас ложились? Ну, вообще-то было бы неплохо. Дуня, ну я ж пошутил, я же от чистого сердца. Шустрый какой. Ну что, Вась? Ну что, У меня ничего бежала, не сорвалась, не горюй. Ты чего? Что стряслось? Ты сама не своя? Ты ничего. Москвичок вон стоит, рыжий. И что? Наглый гад. При всех целоваться полез. Вась, скажи. Да ладно тебе, Дунька. С Витькой-то косым в клубе и целовались, и обнимались, как ничего. Но ты сравнила. Витька свой. Он за мной зимой ухаживает. Но о, это тоже давай ничего. Я сейчас иду. Ребята, я тут очки. Починил. Да вон там, уже работает. Все, ребят, Вась, я пошел. Удачного полета. Смотри-ка, опять к тебе москвичок твой идет. М? Дорогая Дуняша, разрешите пригласить вас на танец? Какая я тебе Дуняша? Отзынь ты от меня. Дуняша, ну я же от чистого сердца. Ну хотя бы один танец. Всего лишь один. Посторонись. Когда влюблён, любовь нечаянно нагрянет. Слышь ты, летунок, отойдём на пару слов. Вить, ну перестань, я ж тебя везде выглядываю, с ним только один танец, а он руки распускает. Ну не надо. С тобой потом поговорим. Ну чё, отойдём или в штаны наложи? Ну давай отойдём, коль не шутишь. Дуняш, наш танец откладывается. Пойдем, отойдем. Ребята, за ними. Может, нужно пойти? Девчонка моя, понял? Нет? Поналетели тут летуны вшивые. Думаете, все ваше? Так вот, выкуси. А что, мы разве виноваты, что прилетели, ваши бабы на вас смотреть-то не хотят, а? В Москве потанцуете. С москвичками. Ты это своей Дуняше будешь говорить, куда им молоко наливать, понял? Позор! Будущие командиры! Сталинские соколы! Драку затеяли! Ну что, надавали вам по шеям? Довольны? Я вам школу позорить не дам! Кто зачинщик? Что, за товарища решил пострадать? Вину на себя взять? Геройствуешь? Курсант Сталин, налей. Во,
Марш в казарму! Остальные на гауптвахту. Трое суток ареста. Есть. Но ведь я зачинщик драки. Ты что, приказа не слышал? Марш в казарму, я сказал! Чё ты стоишь? Веди их на гауптвахту! Есть! Направо! Во! Шагом! Марш! Становись! Подтянись! Смирно! К ноге! Полчук, ребята сидят? Сидять. Подтяни. Куда же вон и денутся? У старшины Волчука не то, а шо, с губы. Портянка не размотается без спросу. Меня пусти. Куды? Куды-куды, к ней в камеру. Ты шо, с глузду съехал? Слушай, Волчук, ну ты же сам знаешь. Но я был зачинщик драки. И меня надо было сажать, а посадили невиноватых. А, не виноватых. Конечно, не виноватых. Так билися, що аж за вагонами свистіло. Ну от скажи мені, як тебе з такою фамілією садити? От оно як. О. У тебе совість імеється? Совість завжди при мені. Ну не можу я тебе посадити. Не маю права. Что, не пустишь? Не, не пущу. Ну хорошо. Волчук! Ну чего тебе? А? Я письмо отцу буду писать. Ну, молодец. Рідного батька забывать не можно. И про тебя напишу. Что есть у нас такой, такой, что у нас такая сволочь по фамилии Волчук. Настоящий враг народа. Ты что думаешь, товарищ Сталин сыну родному не поверит? Еще как поверит, и вот тогда тебе точно хана, уразумил? Понял. Ну что, пустишь меня? Ты. Спасибо. Товарищ Сталин. Товарищ Сталин. Товарищ Сталин. А, сейчас. Вы только батькови ничего не кажите, а? Да не скажу я, не скажу. Давай открывай. На. Ну что, здорово, Орлы! Жрать охота. И выше, и выше. В животе все бурчит и бурчит. Сейчас организуем. Волчук! Ну, что вам еще треба? Слушай, Волчук, у тебя же сало есть? Яке сало? Кто мне его привозит? А самогонка? Да, знаю, знаю, сам видел. Товарищ Сталин. Самогонку начальство? Все вышло хоть. Ну ничего не. Ну, Богом клянусь. Волчук, нет Бога. Честный красноармейский. Я-то думал, Волчук, что мы с тобой договорились. Да, видимо, поедешь ты служить на границу. На Халхин-Гол.
Там, кстати, еще пока японцев лупит. Вот и думай. Знаешь, вот копеечку зажмешь, рублем расплатишься. Зараз. Пошикай ты. Ну что, друзья, следующая остановка — социализм. Давай, мужики. Давай. Василий, я тебе друг до гроба. Вась, я за тебя. Кому хочешь? Кого хочешь? Вася, я. Можешь на меня положиться всегда. Всегда и во всем, Вася. Вася. И я, Василий. Я тебя люблю как брата. Товарищ комбриг? Вызывал. Курсант Сталин как-то. На занятия вовремя является. Так на гауптвахте он, Василий Иванович? На какой еще гауптвахте? Ну, где все драчуны сидят. Курсант Сталин пошел на гауптвахту и сам сел. Что значит сам сел? У нас там что, караула нет? Ну, а что караул-то может что сделать? Что творит? Старшина Волчук его боится, вы же понимаете, Василий Иванович. Вот послал Бог курсанта. У меня от нервов язва разыгралась. Хоть в госпиталь ложись. Ну и что, он вот так вот со всеми в камере и сидит? Ну да. Вообще-то, парень поступил честно. Да в управлении ВВС о драке уже знают. Мне он сейчас Локтионов звонил, расспрашивал. А если до самого дойдет? Там разбираться не станут. В раз башку снесут. И все дела. Ничего, Василий Иванович. Авось как-нибудь пронесет. 7 месяцев и 9 дней осталось. Как-нибудь дотерпим.